Две бригады по 5 человек, асфальтобетонный укладчик и 2 катка. Работы по приведению в порядок дороги на Завидной улице в самом разгаре. Пропускная способность на этом участке большая. Помимо потока машин, по трассе проходит маршрут нескольких автобусов. Поэтому качество дорожного полотна здесь должно быть на высоком уровне. Неделю назад здесь были подготовительные работы. Сначала вот было фрезерование асфальтобетонного покрытия, выпрямление люков до нужного состояния. Дальше уже идет укладка асфальтобетона. Местная жительница Оксана Боброва, автолюбитель, очень довольна, что наконец-то приступили к ремонту проезжей части, которой она пользуется ежедневно. Я сама как водитель могу оценить проблему наших дорог, видном особенно, ямы, колдобины. И сколько лет, уже 5 лет мы здесь живем, дороги не ремонтировались. Только делают заплатки посреди зимы с водой, непонятно как, это через месяц все сразу ломается. Поэтому это очень важно проложить дорогу. Работы не мешают, тут нет особых пробок на этих улицах, заторов нет, но учитывая, что будет потом хорошая дорога, я думаю, что и шум, и неудобства можно потерпеть. Несмотря на то, что микрорайон новый, дорога длиной более километра не обновлялась 10 лет. Рабочим за несколько дней предстоит поменять асфальтобетонное покрытие на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что за каждым этапом ремонта следит дорожная лаборатория. На этом участке дороги проводятся лабораторные испытания компании «Лабрадор». Они отбирают керны. Сейчас на данный момент они отбирают просто асфальтобетон для испытания его на предмет рецепта соответствия. В дальнейшем будут отбираться керны уже на соответствие укладки полностью асфальтобетона. Все работы планируют завершить в течение 2 дней. После Завидной начнется ремонт Советской улицы, где сейчас уже меняют бортовой камень. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.